Шестая серия «Красная зона» на НТВ. Сергеев и Лаврентьев недовольны действиями Хлебникова и намереваются освободить новый корпус, в котором бывший главврач незаконно открыл платное отделение. В больницу доставляют раненого полицейского, в которого случайно выстрелила собственная дочь. Хлебникову удается спасти от тюрьмы девочку. Иван узнает, что хирург Антонов оперировал пациента в обход инструкций и правил Минздрава. Седьмая серия «Красная зона» на НТВ. Гопнику Димону после уличной драки требуется срочная операция. Он отказывается ложиться под нож Кирилла, поскольку именно Кирилл избил его, но Антонову удается уговорить пациента. Хлебников расследует проведение Антоновым нелегальной операции. Восьмая серия «Красная зона» на НТВ. В больницу приходит следователь. Кирилл узнает, что на него написали заявление, но полицейский предлагает решить вопрос взяткой. В панике парень начинает занимать деньги у всех подряд, исключая родного отца. Когда необходимая сумма найдена, полицейский начинает шантажировать парня. Девятая серия «Красная зона» на НТВ. Мария приходит к Хлебникову за помощью, но тот не собирается вестись на шантаж полицейского и хочет найти иной способ помочь сыну. Сергеев узнает, что следователь подставной, но не торопится сообщать об этом Хлебникову. Десятая серия «Красная зона» на НТВ. Лариса и Плющев обсуждают аферу с новым корпусом. Кирилл проводит свою первую серьезную операцию вместе с Антоновым. Мария и Хлебников договариваются о семейном ужине, однако их сын, Кирилл, отмечает свой операционный дебют с Антоновым.